Здравствуйте, с вами Android Android. Сегодня хотел рассказать о новой головоломке Action под названием Maguire Deadly Descent. Данная игра представляет себя, как я сказал, головоломку, в которую вы будете играть за вот этого Maguire. Но она необычная, как я назвал ранее, она головоломка, все-таки тут надо думать. В начале игра у нас начинается в виде комиксов, мне это очень нравится, потому что редко увидишь начало игр вот в таком формате. Нам показывают нашего героя, который, как я понимаю, где-то типа тренировки у него была в голографе, то есть тренировка реальных военных действий, где на него напали и все остальное. Вы играете за героя популярного сериала конца 80-х и начала 90-х. Магуайр возвращается на этот раз в качестве главного персонажа игры. Эта головоломка, обещающая неплохой тест-драйв вашим интеллектуальным способностям. Игрока ждут увлекательный сюжет, враги, с которыми предстоит сразиться, и обилие пазлов. Но в этот раз задание им надо реально кого-то спасти. Давайте посмотрим, что себя игра представляет. Вот эти лазеры, как я понимаю, нам нужно как-то проникнуть вниз, и для этого надо отключить вот эти лазеры. А игра, к сожалению, на английском языке. Ну, мне кажется, она найдет своих фанатов. Что в данной игре мы можем делать? Вот тут, как я понимаю, лазеры, которые нам нужно выключить. Давайте первый пазл посмотрим. Именно в данной головоломке, они будут разные головоломки, нам нужно направить этот лазер в определенную точку, чтобы отключить сенсоры. Что мы делаем? Мы вот так перетаскиваем. И вот так вот ставим зеркало, и вот так вот тапаем и меняем, куда наш лазер будет направлен. И нам нужно вот сюда вот направить. У нас идет время. Все, первый лазер мы смогли деактивировать. Идем дальше. Они постепенно будут усложняться. Ну, достаточно симпатичная и интересная игра. Идем дальше. Идем вторую головоломку. Тут уже посложнее, потому что если я сразу поставлю вот сюда вот лазер, включается сигнализация и все взрывается. Как понимаю, лазер, если мы задеваем, то у нас происходит взрыв. Для этого, для того, чтобы попасть лазером сюда, нужно вначале поставить их, а уже потом направить. Все, мы, так сказать, второй лазер деактивировали. И вот в таком формате мы будем проходить данную игру. Еще раз скажу, головоломки будут разные. Такая интересная игра, стильная, я бы сказал. Вот тут, видите, уже усложняется, потому что тут, видите, у нас есть разлетители лазеров, и нам надо направить на все три лазера, используя этот разлетитель. Думаю, у меня сейчас не получится это сделать, но думаю, у вас получится, если вы будете пытаться играть. А вот получилось, какой я дурак. Всё. Вот такая игра, нравится, обязательно ее скачивайте. С вами был Android Androidович. Не забыл сказать, она платная, стоимость ее составляет 115 рублей. Извините, что сразу не сказал. Но мне кажется, стоит она того. С вами был Android Androidович. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.